Движение «Жизнь». В областной столице проходит ежегодная физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». Зоны для занятий разными видами спорта оборудовали в парках имени Гагарина и 50-летия Октября. На площади Куйбышева и набережной. Занятия там бесплатно проводят тренеры. Скейт-парк на площади Куйбышева – одно из любимых мест для тренировок сына Анастасии Калашниковой. Ему очень нравится, как развитие вообще в принципе. Физическое, с ребятами общается. Кругозор увеличивается, соответственно. Ну, любой спорт кругозор увеличивает. Молодежь должна была чем-то занята обязательно. И я очень рада, что подобные места есть в Самаре. Каждый вечер с 5 до 9 часов профессиональные тренеры проводят групповые занятия на всех площадках. Для безопасности отдыхающих там дежурят и врачи. Как минимум 4 тренировки проводят тренеры по различным направлениям. Это и зумба, и стретчинг, и функциональный тренинг, и много-много других видов спорта, которые можно заниматься абсолютно бесплатно. Поэтому всех приглашаем для того, чтобы можно было приобщиться к прекрасному, замечательному способу самосовершенствования и получения хорошего настроения. Такие занятия пользуются неизменимой популярностью у горожан. В прошлом году участие в акции приняли около 200 тысяч человек. Из них примерно 26 тысяч посещали тренировки минимум дважды в неделю. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.